Ниндзя, волки. Продюсеры Сон Чу Цай и Ма Мин Чи. Автор сценария Вэй Шэнь. В ролях Юи Хуа, Чан Мук Чун, Чанг Йи, Чин По, Ма Чанг, Лэнг Цу и другие. Режиссер Ло Чи. Когда император Тайцу занял пост и стал продолжателем династии Мин, он отправил делегацию в каждую из соседних стран. Но один генерал из Японии не проявил должного уважения к новому императору и не пустил делегацию в свою страну. Император Тайцу был вне себя от ярости и начал подготовку к войне. Японский генерал испугался и в качестве даров отправил в Китай различные драгоценности, а также японский меч такой красоты и такого качества, которого Китай не видел никогда. Но император больше был впечатлен японскими воинами и их стилем владения мечом. За такую лояльность к себе и к чужой им стране он решил набирать телохранителей из японских воинов. Когда Тайцу умер, новый император оставил все без изменений, кроме того, что был создан новый чин, нанимающий телохранителей. Но на самом деле этот человек с их помощью убивал любого, кто шел против него. Спасибо. Брат, от женщин одни проблемы. Будь осторожен. Она мне понравилась. Ты сумасшедший. Она никогда не будет твоей. Знаешь, что случится? Не беспокойся, у меня есть идея.
Кто здесь?